поддержки. Еду в Киев. Всем привет. Мы сделали ногтики. Фух, короче, еще не накрашена. Сейчас еще буду идти купаться и тыры-пыры собираться, краситься, там брать с собой все, что нужно. И будем ехать в Киев на поезде. Ну, сразу нас папа отвезет в Апостолово, потом с Апостолова мы сядем на электрон в Кривой Рог и с Кривого Рога уже на поезде в Киев. Хотели поехать еще позавчера, но билетов не оказалось. Я уже одета, собрана, но терялось мое свидетельство о рождении. Я не знаю, буду я ехать в Киев или нет. Кстати, это в электроне. Сидим, ждем, пока приедем в Кривой Рог. А с Кривого Рога у нас это поезд. Мы уже прибыли в Кривой Рог. Я тут иду такая, типа. Да. У нас второй вагон. Хочу бутерброд. Короче, Катя первый раз в Киеве. Юля второй. Первый раз была на экскурсии с классом, и мы без понятия, куда нам идти. Кушали так, что в КФС, и идем на метро. Стоим в метро. Катя говорит, что она хочет взять сегодня отпуск, потому что... Я устала учиться. Она? Вот она вот все. Устала учиться. Были только что на Золотых Воротах, еле туда добрались, через какие-то пустыри, но не важно, все хорошо. Короче, сейчас на это. Мне прикольно тут, мне нравится. Я бы тут хотела жить, да. Вы поняли. Как вы думаете, почему я приехала в Киев? Пожрать. Только что были Франсуа, я там ела панита, да? Панина. А сейчас вот через дорогу перешли и захотела мороженое, пришли и бежали по Макфлори. Катя, оказывается, боится таких эскалаторов. Страшно. И смешно. Все сейчас смотрят, то, что я влог снимаю. Я только чуть-чуть не упала, когда она попросила подняться, я не за ту штуку взялась. Да не смешно. Ну, короче, я чувствую, скоро у меня телефон разрядится, а сейчас только 9 утра. Мы сейчас в Оливере с Катей, ждем, пока все откроется, то, что сейчас еще рано, потому что мы с Катей приехали в Киев в 5 часов утра и уже... Были на Золотых Воротах, и на площади Независимости. Ну, там, понятно. Короче, не могли много раз найти метро. Еще какое-то самодобилки. Короче, сидим, ждем. Еще сегодня надеемся кого-то встретить. Допустим, Шапика, или Таню, или Мартыненко. Без разницы. Мы с Катей на... Да. На Олимпийском. На Олимпийском. Были в Гулливере. Сейчас идем что-то смотреть. Родители уже говорят, типа, хотели, чтобы мы остались тут еще на один день, но что-то боятся, что какой-то кипиш будет, и уже не хотят. Сложно. Из всех развлечений Юля выбрала этот. Сейчас увидим, как я бью. А ну, мощь. Давай, силач. Все? Все. Да. Thank you.
Ну, що ти скажеш своє оправдання? Чого тебе, не знаю, скільки? Брутал, натурал. Юля, ти сильно близько к камере подошла. Брутальная женщина. А ты выбрала женщину? Или ты мужское выбрала? Ну, молодец. Угадайте, где мы? О, вот сюда можно идти. А, тут тупик. Тут реально везде ябра. Я врезала себя. А сюда? Сюда, смотри, вот. О, сюда можно. Тут тоже. О, сюда, Аня. Мы в зеркале. Ты так руками. Короче, не прошло и 100 лет, но мы нашли выход. Итак, Юля, давай. Поехали. Это галюны, короче. Ага, думали, блин, я думала, нашли выход. Я думаю, я туда никогда не выйду. Короче, ну, уже в голове плохо. Начинает так. Бла-бла-бла. Ну, почти. Ну, практически. Со мной просят сфоткаться. Сейчас для вас трюк покажу, пожалуйста. А можно, да, снимать? Мальчики сейчас покажут трюк. Держи, ты будешь ассистенткой. Так, сейчас. На психологу держи. Смотри, карта с предсказанием синего цвета, видишь? Клади по одной карте сюда. Король, видишь крестовый? Mm-hmm. И клади по одной карте мне в руку. Просто не переворачивай. Вот так вот. Да. По одной. Да. И смотри, ты остановишься на короле кресте. Дальше. Иди. Там, где захочешь остановиться, клади карту на король кресте. Сюда, да? Хорошо. Держи это. Пускай. Смотри, у меня было предсказание синего цвета. Ты выбрала карту красного. Тоже король кресте. А все остальные карты в колоде, смотри, покажи. Видели? Угадайте, что Юля делает? Опять жрет. Юль, что ты делаешь? Картофель. Надо чего еще и ролл. А? До чего я в Днепр, значит, приехала? В Днепр, ты в Киеве вообще, да? Ой, ты что, ты столица? Угадайте, просто угадайте. Она ест масло. Она ест суши. A few moments later. Итак, мы уже сидим в поезде до дома. Опять. Ну, конечно, нужно ж кушать. Ну, вы понимаете. Думали, кого-то встретим. Уже пришли на вокзал. Идем. Уже этот вагон открывают. И тут видим, там дубовка стоит. На Кривой Рог едет. Всем пока. С вами Мира. Всем пока.